создается. Народный университет, организованный для людей серебряного возраста, уже готовится отметить 5-летний юбилей. Он базируется в санатории знаний, несколько лет ведет активную деятельность. Гостями его становятся представители власти, депутаты, ученые и политики. Люди старшего поколения хотели бы, чтобы у них в районах тоже были такие сообщества. Возникла необходимость его расширять, ну, принципиально. И городское собрание, и председатель собрания, мы вот недавно обсуждали эту тему на таком небольшом совещании в городском собрании, видит в этом очень хорошую перспективу повышения активности людей в жизни города. Депутат городского собрания Сочи Константин Гергишан возглавляет комитет по санаторно-курортному делу и туризму, охране окружающей среды. И, конечно, вопросы ему задавали по экологическим проблемам курорта. Нас это волнует, потому что у нас дети, внуки. Вот хочется, чтобы они жили, чтобы пользовались и дышали свежим чистым воздухом, чтобы они купались в море и ничего не боялись. Впереди лето, впереди большие заезды. Социологи наши дают информацию, у нас будет много людей. Конечно, людей беспокоят, жителей, проблемы. Да и мусорных свалок, вы понимаете, вывоз мусора и состояние воды. Подобные встречи проводятся в Народном университете часто. Люди не остаются равнодушными к проблемам курортного Сочи, поэтому хотели бы как можно больше получать информации от официальных лиц. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.